За прошедшие выходные силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов области несколько раз выезжали на возгорание в банях. В субботу днем огнеборцы Петушинского района тушили пожар в бане на площади в 9 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Ночью 13 января пожар возник в бане по адресу Селивановский район, деревня Губина, улица Лесная. Там горело 12 квадратных метров. Тем же днем загорелась баня в микрорайоне Рук-Труд. На тушение выдвинулись 3 единицы техники и 7 человек. Еще один пожар в бане был ликвидирован ночью 14 января на улице Островского в городе Камешково. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Главное управление МЧС напоминает, в случае возгорания как можно быстрее сообщить об этом в пожарную охрану по номерам 01, 101 и 112.